Представлено все, что можно использовать в быту. Да, как можно научные знания, научный опыт применить в быту. Здесь все эти ребятишки, которые приходят, они сегодня могут понять, что не обязательно все покупать, можно все сделать, можно дать вторую жизнь другим вещам, которые, казалось бы, уже никогда не пригодятся. На фестивале представлено много опытов, которые многие люди могут провести сами у себя дома, в домашних условиях. Это очень интересно, и даже интересно было быть организатором этого праздника. Все вы увидите, потому что праздник начался только что.